Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного рецепта из рыбы нам понадобится 4 тушки хека весом 800 грамм. У рыбы разрезаем брюшко, удаляем внутренности и черные пленки. Вот такая рыбка получается. Повторяем процесс с остальной рыбой. Дешевый хек вкуснее лосося. Я всегда буду так готовить рыбу. Лучше, чем жареная рыба, рецепт удивил всех моих гостей. Невероятно простой и доступный рецепт для всех. Блюдо из рыбы готовится из простых и доступных продуктов. Великолепная идея для ужина. Можно подать на обед, как на каждый день, так и на праздничный стол. Почему я не знала этого рецепта раньше? Очень легко готовить. Запеченная рыба в духовке еще никогда не была такой вкусной. Блюдо из рыбы дешево и полезно. Гости из Испании научили меня так вкусно готовить дешевый хек. Затем тушку рыбы разрезаем пополам. Для данного рецепта подойдет и минтай. Теперь с двух сторон от хребта делаем надрезы до хребта на расстоянии 7-10 мм друг от друга. Вот такой кусочек рыбки получается. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях. И поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как любите готовить хек вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Перекладываем рыбу в пакет. Теперь рыбу солим. Я добавляю 1/3 чайной ложки соли. По желанию, по вкусу перчим. Добавляем 1/2 чайной ложки специй к рыбе. Добавляем 1 столовую ложку лимонного сока. И 1 столовую ложку растительного рафинированного масла. Придерживая за край пакета, перемешиваем рыбку, чтобы распределить все специи равномерно. Теперь к рыбке добавляем 1 столовую ложку кукурузной муки. Также, придерживая за края пакета, хорошенько перемешиваем, чтобы мука распределилась по каждому кусочку рыбы. Приготовим маринад. Нам понадобится 2 столовые ложки несладкого густого йогурта. Добавляем 1 столовую ложку майонеза, 1 столовую ложку французского соуса с горчицей, 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку соуса терияки. Хорошенько перемешиваем. Маринад готов. Заливаем рыбу маринадом. Придерживая за края пакета, распределяем маринад по рыбе. Оставляем хек промариноваться на 1 час. Тем временем подготовим овощи. В сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Разогреваем. А пока разогревается сковорода, мелким кубиком нарежем 1 репчатый лук. Отправляем лук в разогретую сковороду и обжариваем до полупрозрачности и появления золотистости. Пока обжаривается лук, очистим 3 гриба шампиньона весом 150 грамм. Ba-ba-da-b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 a-
Периодически лук перемешиваем. Теперь грибочки разрезаем пополам и нарезаем пластинами шириной 1,5-2 мм. Добавляем грибы к луку и, периодически перемешивая, обжариваем до золотистости и выпаривания жидкости из грибов. Тем временем очистим 4 зубчика чеснока. Теперь чеснок нарезаем пластинами. Добавляем чеснок к обжаренным грибам с луком. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю 1/3 чайной ложки. Черный перец по вкусу и по желанию. И 20 грамм сливочного масла. Хорошенько перемешиваем, растапливаем масло и прогреваем еще буквально 1 минуту. Выключаем огонь. Грибы с луком готовы. Даем им немного остыть. А тем временем 75 грамм маринованных огурцов нарезаем соломкой. Отправляем огурцы в миску. Подготовим помидорки черри. Нам понадобится, в зависимости от размера, 12-15 штук. Помидоры промываем. Удаляем плодоножку. Теперь помидоры разрезаем пополам. Отправляем помидоры в миску. Также нам понадобится 1/2 пучка укропа. Укроп мелко нарезаем, добавляем в миску. Добавляем обжаренные грибы с луком. Хорошенько перемешиваем. Овощная подушка готова. Перекладываем ее в форму для выпекания и равномерно распределяем. На овощи выкладываем рыбу. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке. Затем фольгу снимаем и отправляем рыбу в духовку еще буквально на 2 минутки, чтобы подрумянился верх. Запеченная рыба с овощами в духовке готова. Подаем к столу. Вкусный рецепт из простых продуктов. Если вы не знали, как вкусно приготовить рыбу, этот рецепт просто находка. Дешевый хек точно вкуснее красной рыбы. Просто поставьте рыбу в духовку. Рецепт, который удивил всех. Я больше не буду жарить рыбу. Когда у меня есть рыба, я запекаю ее в духовке по этому рецепту. Полезно, вкусно и просто. Не жарьте рыбу, попробуйте запечь ее по этому рецепту. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.